Главной темой встречи представителей компании «Мегафон» с подмосковными журналистами стало качество мобильной связи в регионе. Компания «Мегафон» работает на российском рынке телекоммуникационных технологий уже 13 лет. Входит в тройку крупнейших операторов сотовой связи страны. А по мнению участников престижного конкурса «Народная марка номер один в России», в 2015 году «Мегафон» был признан лучшим в своей отрасли. Основная характеристика сотового оператора – это качество связи, это то, что связь есть везде, связь есть хорошего качества и с высокой скоростью. Мы свою сеть LTE доснастили до уровня LTE Advanced, 4G+, так называемый. Стандарт хорош тем, что эту полусочастоту можно использовать большему количеству абонентов и с большей скоростью. В соте может быть скорость до 300 мегабит в секунду. В этом году компания «Мегафон» не только модернизировала существующие сети, но и устанавливала новые базовые станции. Более 500 комплексов приема передающих устройств появилось в Московской области, в микрорайонах новостроек, дачных и коттеджных поселках, на территориях предприятий, в торговых и бизнес-центрах, в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и вдоль путей сообщения. Только на ветке Сергиев-Посад-Москва было установлено 13 базовых станций. У нас очень важно, чтобы абоненты, которые едут в электричке 20 минут, 30 час, чтобы они могли качественно пользоваться нашей услугой. То же самое мы работаем и в других направлениях. То есть для нас важен еще проект, такие как пробки на дорогах. Еще один новый технологический проект, которым представители «Мегафона» с радостью поделились с журналистами – применение малых сот. На международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2015», где одновременно присутствовали до 200 тысяч человек, они впервые обеспечили бесперебойную высокоскоростную связь. Применили новое решение, пока которое не применяется пока в нашей стране – это смолселы. Смолселы – это маленькие сотки с маленькой мощностью, которые поэтому за счет своей маленькой мощности, маленьких габаритов, можно ставить, что называется, ближе к людям, ближе к экспонатам. И, в общем, в шахматном порядке вот так расставили их по полю и впервые добились того, что 200 тысяч человек не замечали отсутствие связи. Сети компании «Мегафон» сегодня покрывают всю Московскую область. Активно работают они и в Щелковском районе. У вас как раз вот где Загорянский, там же военная часть у вас находится. И там очень трудно вот в таких местах стать. Поэтому мы заменяли электрические столбы, базовая станция была установлена там. А Щелково-7 мы буквально строили, опять же, новую базовую станцию, которая сейчас идет потребление трафика до 50 гигабайт в сутки. В 2016 году компания «Мегафон» планирует продолжить совершенствовать качество связи и сервиса, наращивать технологическое лидерство. Девиз «Мегафона» по-настоящему рядом, и каждый день специалисты компании работают над улучшением связи между близкими людьми и доказывают, что расстояние действительно не имеет значения. Александр Ржевский, Галина Холодцова, телерадиокомпания «Щелково».